Итак, всем привет, это мой новый влогмас. Я, как обычно, забыла ночью смыть макияж, поэтому уснула с макияжем. И мне кажется, моя кожа мне скоро скажет пока. От такого количества макияжа, вот. Пойду сейчас умываться, не хочу себя показывать, потому что лицо все красное. Сегодня 24 декабря, идем открывать календарик. Вот оно. Почему она открыта? Точно такая конфетка. В общем-то, я сейчас наклеила пальчики свои наилюбимейшие, которые уже заканчиваются. Вот на самом деле патчи от Холли Полли — это просто самое лучшее, что я нашла в этом году. Они идеально подходят для отеков, от отеков. Серьезно, это лучшие патчи. Они за 2 минуты могут сделать офигенный эффект. От других более дорогих патчей я такого эффекта не видела. Поэтому Холли Полли тут могла быть ваша реклама, но ее тут, к сожалению, нет. У меня еще, короче, вот тут были эти невидимки, я их вытащила. Теперь волосы выглядят норм. Сейчас я быстренько написала сор по химии, так как я болела, его не писала. В общем-то, я оделась, накрасилась и сейчас пойду гулять. С Абаной и с теми чмошниками. Да, короче. На классике. Вы умеете кататься на кайтах? Ну, огромное. И толстый. Молчи. Я вышла с Сабининого дома. Время только 5, а на улице уже стемнело, и у меня грязная камера. Так, мы приехали в Император, в Монами. Кэшбэк будет с покупки. Есть. Да. Итак, сейчас будет unpacking моей посылочки. Ой, господи, я снимала персонажа. Мои покупочки. А вчера, когда меня красил визажист, мне очень понравились все продукты. Но я увидела всего лишь зал, потому что я сидела вот тут, а она там что-то стояла, намешала свою палитру где-то там. Потому что мне прическу и макияж делали одновременно. И, короче, мне безумно понравился хайлайтер, который она мне нанесла. И это был Dior. И я его купила. Это коллекция Backstage. И знаете, что самое обидное? То, что в Monami сейчас скидка 50% на все. Но на коллекцию Backstage от Dior нет никакой скидки. И у нас есть как бы карта, которая дает 10% скидки. Но они сейчас их отменили. Сказали скачать какое-то приложение. А мы не смогли ее скачать, поэтому никакой скидки у нас не было. Это очень грустно, честно говоря. Мне что-то не хотелось было за такие деньги, конечно, покупать, но ладно. Это мне, кстати, Татьяна, кажется, 04. Да. Rose Gold. Вот, просто посмотрите на эту красоту. Кстати, если бы не ТикТок, то я бы даже не обратила внимания, что они поменяли упаковки. А раньше, видите, была только первая буква такая большая, остальные маленькие. А тут, видите, все буквы большие. Ну, мне даже эта упаковка нравится больше. То хайлайтер моей сестры я ее убрала, потому что это, то есть она красивая, но он золотой, я не люблю золотые хайлайтеры.
Но я люблю очень такие вот розовенькие. Я счастлива, что у меня есть туалеточка. Бэкстейдж. В общем-то, я сейчас подшила свой вот этот свитер. Внутрь подшила это горло, потому что мне ужасно не нравилось. Вот. Такой красивый цвет, блин, на камере. Вообще мне нравится. И братик мне сделал такую вот лимонад. Клубничный мохито. У нас есть, короче, сироп, клубника и мохито. Вот, и минералка. И он мне сделал такой мохито клубничный. Так, девочки, мы всем привет. Сегодня 25 декабря. Я решила сегодня тоже снимать влог, так как вчерашний влог получился не очень интересный. И я уже накрасилась. Сегодня, кстати, в школу не ходила, потому что проспала. Вот. Использовала сегодня свой новый хайлайтер от Dior. Вот. И скоро буду выходить на тренировочку. Это просто трэш, капец. Сегодня уже 25 число, уже на этой неделе Новый год. Ищем 25 окошко. Вот оно. Ставлю ставки, что там Орео. Нет, не угадала. Кстати, я опять сломала свои очки, когда была на дне рождения у Сабины. Видите, у меня теперь опять это ниже, чем вот это. Я уже оделась, надела свой белый лонгслив, бежевые штаны. Вообще не хотела их одевать, просто мои черные стирки, поэтому пришлось надеть их. И губы я накрасила вот таким карандашом в 12-м оттенке. Всем привет, тут утопилась. Это влог, очень нравится. Если считаете, что я странная, напишите в Камиле в комментариях, завтра что... Завтра ёлка у 9 классов. И ты пойдешь тоже? Следу. У нас будет батл 90. Мы же придумали номер. Вы придумали номер? А мы придумали. У нас будет очень классный. Я могу тебе показать сейчас. Да? Короче, вот такой у нас лук. Она будет полная, полная белая. Вау. Полностью белая, я буду полностью черная. Ну ты же полная. Да. Эта гирлянда меня, честно говоря, очень сильно запарила. Я не помню, рассказывал я вам или нет. Но, короче, она у меня один раз как-то упала и разбилась. Тут нету одной колбочки, так как она разбилась. Вот. И она постоянно падает, поэтому после Нового года я ее сразу же сниму, потому что я ее, блин, подклеивала. И она падает почему-то именно вот с этой стороны. Подклеивала я ее раза... 4, наверное, и она постоянно падает. Короче, очень меня взбесило, поэтому я ее сразу же уберу после Нового года. Тем более она и уже особо не горит. И вот это тоже уберу, потому что тоже батарейки уже немножечко сели. Мне так нравится наша елочка. Я, кстати, уже дома умылась, покушала. Ну, как покушала, съела батончик протеиновый. У нас первый раз елка стоит тут, она обычно стоит... где вот шарики стоят. Я хочу еще купить бантики и на елочку повешать. Вот. И, кстати, завтра тоже буду снимать влог, потому что что-то он очень коротенький. Красота! Итак, всем привет! Сегодня 26 декабря. Я вот так вот оделась и сейчас пойду в школу. Я мне, кстати, новые колготки мама купила. Такие же теплые, но они что-то какие-то зеленые, как будто. Уходим. Ты своего покажи. Это Тимура в жопу. Говори, голова. Мой мармеладный, я не права. Почему ты меня снимаешь? Вот так? Образование по городу, узкими находится. Первое место! Я в шоке! Крутая. Чего она обиделась? Сидим на информатике. Алло. Но они блестящие. С
Смотрите, какие классные пижамы и носочки. Мягкие такие, прикольные. Мы пришли в кофе-бум, а у них там ожидание заказа час. Поэтому пришли в Додо. Вон мое имя где-то. Мы купили мне курточку и едем домой. Так, это unpacking из Бифри. Купила я себе вот такую вот пижамку. Честно говоря, когда они там висели, я думала, это какие-то наволочки, а это, оказывается, пижама. И смотрите, какой-то может быть прикольный подарочек, тут даже есть эта штучка. Но я купила себе размер S. Такая вот прикольная пижамка. Также взяла себе такие миленькие носочки белые с сердечком, потому что у меня вообще нету носков. И взяла себе такую вот курточку. Такая типа кожаная, светленькая. У меня вообще нету светлых курток. Сейчас померю, покажу вам. И вот так вот она смотрится. Такая оверсайз. И она довольно-таки длинная, почти до колена мне. Я специально брала такую длинненькую с капюшончиком. Вот. И тут еще есть поясочек, который я сниму, потому что это ужасно выглядит. Ну, короче, такая вот курточка на запахе.